Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Как и кому с 1 августа 2019 года будут повышать пенсию? Нас спрашивают, а индексируют ли сейчас по закону пенсии работающим пенсионерам? И правда ли, что 1 августа этого 2019 года работающим пенсионерам повысят пенсию? На что сообщаем, что в настоящее время пенсия у работающих пенсионеров не индексируется. Точнее, она индексируется, но ее увеличение фиксируется на индивидуальном счете человека в пенсионной системе. На руки он получает пенсию без прибавки. Единственное исключение – каждый год с 1 августа делается перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делают за них работодатели. И это увеличение пенсии они ощущают. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше важной правовой и не только информации о пенсиях и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количества лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.